подписывайся на канал. Йоу, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я продолжаю проходить игру Сома. Так, ну что, ребята, доставил я все-таки груз на станцию Фи, вот она станция, вот она карта. Правда, он куда-то в другую часть приехал, не вместе со мной. Мне сейчас нужно, скорее всего, туда сходить, но это логично. Да, карта очень большая, тут где-то, скорее всего, будет пушка, с помощью которой можно отправить этот груз в космос. Этот ковчег. Так, мне нужно куда? Мне нужно вправо. Не сюда, вот сюда мне надо. В эту часть, по-моему. Конец очень близок, я это чувствую, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки под видео и смотрите с самого начала прохождения этой игры. Так, это он? Ну, вроде как да, но что-то какой-то он в плохом состоянии. Да не, это не он, там ящик был просто. Так, тут что у нас? Батарею взял. Зачем-то она мне, скорее всего, нужна, раз ее мог взять. О, а это как-то отключить можно? Присосался, скотина. О. Ага. Да, вот она, рельсы идет. Да, вот он ящик. Хорошо. Так, камера сборки, а где она? Мне, кстати, забрать бы батарейку, а я не могу ее забрать и поставить ящик не могу. Ладно. Мало ли, вдруг понадобится. Так, это не оно. Камера сборки, где она? Вот здесь, что ли? Нет. Так, вот это оно? Ну вот, похоже на снаряд. Вставляется. Не открывается. А здесь наверх я не поднимусь. Так, значит, куда-то сюда надо вставить. Найти надо место только. Может, сюда куда-то? Куда поставить-то ее? И бросить я не могу. Ну, у меня такое чувство, что надо сюда поставить, но здесь-то электричества нету. Так, а если я сейчас обратно верну? Так, а если на крюк куда-нибудь? А-а. Так, ладно, сейчас попробую на место поставить. А, я и на место уже не могу поставить. В чем прикол? Что делать? Должно быть место. Где-то здесь.
куда вставить можно эту... этот ковчег. Вот это двигатель. А вот это прям очень похоже на снаряд. Но действий никаких нету. А я подняться не могу же? Я не могу подняться с ковчегом, да? О! Так я вроде подходил сюда. Вот оно место. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the arc. On it. И чё, запускать пора? Ух ты. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then pushed through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Да, это была Кэтрин. Так, забираем батарейку. You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Да, уже высохло. Короче, битва здесь была. How Махач. How did they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Так, электричество подано. Пора нажимать на кнопку. Обнаружен груз. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? So, Jesse, Sean, Kevin? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Combat gun, and we'll head out to the gun. Так, куда возвращаться? Так, а батарейку я... We'll make it through the atmosphere and into space. No, this doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then... kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands.
You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat, and I'll guide you through the final steps. Так, забираем у меня инструмент этот. Так, только где? Куда мне? Прямо? Ну, скорее всего, да. Хотя я вроде отсюда пришел. Не, точно сюда? Что-то у меня такое чувство, что нет. Может, она на улице пушка будет? Так, и что, не открывается? А, вот давление выравнивается. Все. Ага, все, нет, все, я правильно иду, сохранение было. Так, а вот она и пушка эта здоровая, ага. Так. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Куда садиться? Сюда? Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. What you guys say? How do you operate this thing? Don't know. I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Ух ты, ни хрена себе. Так, а я... А чё, мне зум? Ага. Ага. Так, мне только её повернуть надо. А, все, нормально. There we go. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Mm-hmm. Че? Here we go. No turning back. Все? Это запуск? О, что-то идет не так. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth in the future. Походу я не загружусь. Так, это не загрузилось. Теперь я. 10 секунд осталось. 10 seconds. Ох, ни хрена себе. 9. 8. 7. 6. You gotta be kidding me. 5. 4. 3. Come on, load! 2. Yeah! Yes! Fuck yeah! We made it! Woo! Так и чего? А я-то тут остался. Я думал, я тоже улечу. I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen.
You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine, you lied. And I believed in you, I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? О, так это конец был. Ну ни хрена себе. Неожиданно. Ну короче, в принципе, я совсем справился. Только отправил я в космос не самого себя, а свою копию. Ну это логично, так и было. Всегда, всегда делалась копия, а оригинал как бы уничтожался, даже когда люди живые копировали себя, ну сканировали. Поэтому это логично. Ну в принципе, игра ништяковая, прикольная. Только Кэтрин отключилась, меня кинула. Это печально. О, а где это я? Я типа человек. Ни хрена себе. Давай встанем. Whoa. Is this? Did it work? Ну, хрен его знает, сейчас посмотрим. Ну, растения есть. Ну, походу, да. Походу, все получилось. Природа, красота. И я человек. Ну как, я копия человека. Интересно, я сейчас здесь Кэтрин встречу или не? Так. Так, опрос. Здравствуйте. Если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса — помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие, получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас прийти непосредственно к опросу. Так, как вы описали свое физическое состояние? Чувствую себя нормально. Один. Дальше. Как бы вы описали свое психологическое состояние? Нормально все. А, так, свои ощущения нормальные. Так, как вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Оно мне нравится. Ну, ништяк. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Немного, кажется, я никогда не смогу найти себя. Ладно, нажмем это. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямо продолжать предыдущее? Как новую главу своей жизни? Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной, достойной того, чтобы ее прожить? Да, как и моя предыдущая жизнь. Верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Возможно, не нападут. Нет, зачем мне смерть? Мне смерть не нужна. Так, ваши ответы сохранены. Благодарим вас за участие, команда проекта Ковчег. Ништяк, погнали дальше. А я не пойму, я здесь что, один? А, нет, вон город какой-то или что там.
Catherine? О, ништяк. Город даже есть. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Ну, а это земля. Ну да, такое у нее себе состояние. Вся красная. Блин, мне интересно, а если этот спутник попадет в какой-нибудь астероид или астероид в него попадет, все же прекратится сразу. Короче, вроде все получилось. Все ништяк. Ну да, все. Игра на этом закончилась. Вроде все хорошо, и теперь всю свою жизнь будем проживать в симуляции. Ну, ништяк. А всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И увидимся в следующей игре. Всем пока.